можешь показать невероятную. Какая красота скамеей с ангелочками. Это сколько же она там стоит, я не разгляжу, но очень красивая. Мне здесь не очень удобно снимать, под рукой много всего лежит. Кольца для салфеток. Кухонная утварь. А я тут даже кое-что для клиентки для своей обнажурил. Прикупил ей. Ой, какой он тяжелый. А с чего это он такой? Он огромный. Вернее, тяжелый, тяжеленный. Просто ноги именно. Как будто там, не знаю, что привязаны к ним кирпичи. Вот такой вот смешной, забавный клоун. Здесь старенькие куколки. Так что я с пользой хожу. Кое-что по желаниям клиенток своих нахожу. Все такое приятное, все такое милейшее. Настроение дает все. Вот такая дамочка, например, посмотрите. Кстати, рыбка Каподимонте Бассано. Прелестнейшая. Вот не встречал такую еще. Под цветочки. Вазочка. И есть подсвечник вот такой в виде трубки курительной. 1300 тоже Бассано. Ну, прелестные вещицы. Евсикова, помнишь, ты мне купила подобный набор, только побольше, покрупнее, из Италии. С Новым годом, Марина. А еще хочу поздравить с Новым годом, передать привет большой, огромный директору школы, моей школы, где я учился, в деревне своей, Трешаковой, Надежде Александровне. Огромный-огромный привет ей и ее супругу. Знаю, что они меня смотрят иногда, мои передачи, мои выпуски. Слане Юрьевне передаю большой привет. Шумина фамилия. Не забыл? Может быть, уже даже и перепутал. Столько в голове за это время всего много. Смотрите, какая прелесть необычная. Сестре, конечно, передаю привет с Новым годом. Маме, мамулечка, дорогая моя, с Новым годом тебя. Масть, какое блюдо с подсвечником. Может быть, это же уже самостоятельно сделано, а может быть и нет. То есть есть ножка и есть подсвечник по центру. Ой, вот эти тоже шикарные фигурки, лица. Так, а я, конечно же, хочу большой огромный привет передать своему мастеру из Хаковой Аделине. Передать ей огромную благодарность за то, что она всех вытерпела. Не просто с нами было, конечно же, ей. Она выдержала. Это я видел на Авито. Да, интересный момент, да. Некоторые предметы действительно я нахожу на Авито, а потом вижу их здесь вживую. Феймана, вы нас учили делать женщину красивой. Я надеюсь, я вас не подвел и вам нравятся мои женщины. Но, конечно, стремиться нужно к лучшему всегда и не останавливаться на достигнутом. Но эталон это вот для меня, это вот такая дама. Это для меня эталон. И наряд ее, и ее осанка, так это скажем, подача себя. Вот она как шляпку держит. Еще раз повторюсь, Аделина Феймовна, огромное вам спасибо и крепко-крепко обнимаю вас. Если бы прям был неограничен в средствах, вот купил бы сразу же два этих портрета роскошных. Дама и кавалер в двух одинаковых рамах с подписями. И вот здесь постельная сценка тоже невероятная.
балдахин. Все как положено. Сахарницу тоже бы брал, не раздумывая. Может, кто-то из вас возьмет. Круто. Крутая, правда? Ножка какая у нее там, посмотрите. Прям королевская корона. И здесь рокалии завинтились. Сказочка. И на ручках, и на крышке. На Котовской, смотрите, действующий из мурана стекла флакончик. Мягкая груша, очень мягкая. Можно налить сюда свои духи любимые. И, пожалуйста, пшикайся. 1000 рублей всего лишь. Еще и мурана. Шикарная вещица. Ну и цвет. Бирюза в голубой переходит. Очень красивый, яркий. С красными вкраплениями. Роял Далтон. Мальчик и девочка. Крестьяне, я так понимаю. Смотрите, она его за штанишки держит. Вот так, видите, робко. Смущаются, стесняются друг дружку. Но рядом. Красивый. Посмотрите, какой переливающийся этот покрытие. Глянец. Очень красивый, конечно. Цвета роскошные. Ой, а губки-то, губки-то не только что бантиком, особенно у мальчика, а прямо сердечко, видите? Да, классно. Паравас. Перегородчатая эмаль. Обливная керамика. Большая и поменьше. Крышки снимаются. А для чего они? Для... Ну, не для хранения. На консоли. Ага. Угу. И тут всегда обилие всего красивого. Обилие. Ой, шкатулка. Роскошь. Типа Вэтчвуд. Вэтчвуд. Красивая, действительно шикарная. В стиле Вэтчвуд. Ну и шкатулка, это непередаваемая красота. Евгения, сколько такая стоит? Так, это у меня 15. Лемош. А, это Лемош, 15. А с барышней, дамой? С барышней американская, модерн, 5. А слоник? Слоник, ручная работа, поликали до революционных игрушек. 3800. Вот такие пока у меня в мечтах. Пока таких у меня нету. Из кости рамка. Но они, как правило, дорогие. Есть побольше, есть поменьше, а есть, по-моему, даже еще больше. Ну, я считаю, что женщина должна носить волосы. Ни в коем случае их не короткими. Но это в редких случаях очень. Они для этого и даются. Видите, какие еще дополнения, шляпки, перья. Все это очень красиво. Так и должно быть. Прекраснейшая плакетка, шелк и пути на ней. Из фарфора. Бисквит. Ну какие же вкусные вещи делали раньше. Снова бисквит. Снова влюбленная пара. А это что такое? Даже не... А, это трубка курительная. Боже, какая необычная и красивая. Обалдеть. Чудеса какие-то. Вот куда смотреть? Вот подошел, даже не знаю, куда смотреть. Все красивое. Куда свой глаз-то кидать? Что вам показывать? Это, видимо, зеркало было такое. Пятница.
У меня вот типа такой, с такого металла, но хочу поменять на бронзовую все-таки. Но это тоже роскошное. В виде корзинки. Подсвечник. Чудеса, сплошные чудеса. А что это, для чего это такая штука? Бабьяга со ступой, что ли? Вот какой подсвечник, посмотрите, прелесть. Очень красивая, да, очень, ага. Зеркало рассматривала Александра, одна из продавцов. А, здесь надлоблено чуть-чуть. Ну, шикарный такой, высокий, утончен. Какие крючочки. В форме луковиц. Забавные, правда, на кухню, да? Латунь. Ой, какой он красивый. Какой он красивый. Смотрите, какой статный. Боже мой, роскошно, просто роскошно. Элегантный. Снова роскошь и снова красота. Посмотрите, какая. И рядом еще одна. И тут третья. Посмотрите, какая милота. Англия. И такие какие-то осенние. По своей тематике цветов, цвета, выбора цвета. Какие забавные. Нашел часики в виде моих. Вот интересно, сколько они стоят. Но эти гораздо меньше. И без ангела. У меня наверху ангел. Но эти, ну, тоже такие, да. И без надписи. У меня Версаль написана надпись на фарфоре. Здесь не вижу. Но интересно, сколько стоит так для разнообразия. Нашел знакомую вещицу. Вот точно такая же. Это подставка для вина. У меня была из бронзы. На ней была надпись «Италия». А здесь я не вижу. И здесь другой металл, на олово похож. Но суть в том, что да, она у меня была такая, я, ну, нужно было важному человеку сделать подарок. Я сделал подарок. А вот себе-то... Потом, да, потом я купил, вы видели у меня, кто помнит, покупал я типа кареты. Ну вот интересно, сколько это стоит. Тоже красивая. Да, это подставка под бутылку шампанского или вина. Подставка для круэта, вернее, сам круэт без сопутствующих деталей, без перочницы, без солонки, без спецовников, одним словом. Здесь еще одна подставка есть под бутылку вина, вот такая. С мебелями. А это что? Это типа саночки или что? Это крючки такие. Ой, ну стильные, стильные очень. Крутые. Две штучки их здесь, видите? Вот, впечатлительная, впечатляющая вещица. Впечатляющая. Такая ваза. Арнуво или ар-деко? Роскошная. Куда бы ее поставить? На поверхность, чтобы вы увидели, как она хороша. В общем, неудобно здесь ее. Неудобно. Стою, женщина говорит, конца и края нету посуды.
люстрам, шторам. Ну, обилие, конечно, всего. Ярких красок, обилие фарфора, статуэток. Все очень красивое. Все нужно смотреть, все нужно время рассматривать. Вот тут, допустим, стоит Дед Мороз, который, видимо, под дождем просто развалился. Вот он с той стороны, если на него посмотреть, то он развалился совсем. Видите? Вата отошла. Жалко, конечно. А в принципе прожил-то долго он. Вот, про часики те, как мои, я узнал. 50 тысяч они стоят. Но они меньше, чем мои. На этой роскоши уже буду завершать съемки. Уже оделся. Они тоже частично уже закрываются все. Ой, какие хорошие. Ну, это современные. На розовой елочке висят. На розовой елочке розовые иголочки. И вот такие вот леопардовые товарищи висят. Вот они, видите, какие хорошие. Это жемлица сам кто-то делал. Шикарная. Здесь еще игрушки есть. Ух, какой угрюмый. А этот еще более угрюмый. Это он так смотрит на тех, кто не смотрит его канал Ивана Рыбникова, кто не любит его, кто не понимает. А крыса какая, с подарками убегает. Ух, какие угрюмые. Это ты не смотришь канал Ивана Рыбникова? Это ты пишешь плохие комментарии? Второй говорит. Медвежата шикарные. Все, сегодня я вам снимал. Это у нас вторник. Приду теперь в четверг. Тем более здесь назначилась встреча с одной из зрительниц из Сочи. Приехала и хочет увидеться со мной. Сейчас придет с шампанским. Мы тут присядем с Костей, с девочками, в общем, с которыми она тоже знакома. И отдохнем немножко. И я еще вам поснимаю. Так что до новых встреч. Вон, сколько их тут много. Ну, красоты, много всего. Вах-вах-вах. Хоть не уходи. Но это все не пересмотреть, не перелопатить. На все это нужно время. Пойду отдохну и потом вернусь. До новых встреч. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем.